Встречайте, человек-компьютер ГНЭ Курятова. ГНЭ, здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас видеть. Давайте вы расскажете телезрителям, чем вы вообще занимаетесь. Вы кто по профессии? Я преподаватель мнемотехники. То есть вы владеете методиками, которые описаны, возможно, в каких-то разных книгах. Вы книги прочитали, сами освоили. Зачем это вам? Вы знаете, это очень приятно, когда вы читаете книгу, потом вы ее можете пересказать через какой-то долгий период времени. Это приятно, когда вы не обращаетесь к каким-то дополнительным записям. Понимаю, понимаю. Ну вот сейчас многочисленные ученики ГНЭ поймут, на что действительно способен их учитель. Мы начинаем испытание для ГНЭ Курятовой. На этой сцене вы видите 50 шахматных фигур, 25 белых и 25 черных. Для начала завяжем глаза ГНЭ. Друзья мои, я попрошу вас перемешать белые с черным в любом порядке, но ставя на те же места, чтобы вот эта красивая дуга сохранилась. Прошу, займемся делом, господа, аплодисменты. Так, я поближе пойду сюда. Я тоже решил поучаствовать. Вот так вам. Сейчас вот я гениально поменяю. Нет? ГНЭ, правда интересно слушать, что здесь происходит? Да, особенно с учетом того, что я почти ничего не слышу. А, то есть вы не только не видите, но и не слышите? Вас хорошо слышу, остальных нет. Сейчас у ГНЭ, когда мы развяжем ей глаза, будет 2 минуты для того, чтобы запомнить последовательность белых и черных фигур. ГНЭ, прошу вас, снимайте повязку, выходите. Время пошло, прошу вас. А теперь тишина. Стекло. Вы готовы? Да. Надевайте повязку. Ну что ж, начнем проверку. ГНЭ, вы готовы? Да. Начали. Первая фигура. Черный. Черный. Белый. 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 Черный. Белый. Черный. Черный. Белый, белый, черный. Черный, белый, черный. Белый, белый, черный. Черный, черный, черный. Белый, белый, белый. Черный, белый, белый. Белый, черный, черный. Белый, черный, черный. Белый, черный, белый. Белый, черный, черный. Черный, белый, белый. Стоп! Блин! Жалко, как жалко. ГНЭ, снимайте повязку. Но я вам хочу сказать, это потрясающе, правда. Чуть-чуть, а? 10. Осталось 10, 10. Можно я их до конца назову? Да, давай. Давай, 10.
до конца. Наверное, там все-таки был белый-белый черный, но я вот точно не допустим, помню. Допустим, тогда продолжайте. Вот. А дальше был белый-черный-черный, белый-черный-черный, белый-белый. Молодец! Это удивительные люди. Мы продолжаем. Спасибо.